К другим темам. Птицы вернулись из жарких стран, чтобы вывести потомство. И сейчас для пернатых горячее время. Нужно определиться с местом и обустроить гнездо. И мы можем оказать пичугам посильную помощь. На днях в Демьяновской усадьбе стартовала акция «Скворечник». Кстати, первые домики для птиц появились в Индии. Для скворца майны, и сейчас там развешивают сухие бутылочные тыквы. А вот на Руси скворечники были настоящим произведением искусства. На деревянных домиках вырезали фигуры людей и животных. Их украшали и разукрашивали натуральными красками. Вот так наши прадеды не только помогали пернатым, но и праздновали приход весны. В этом году первыми повесили скворечники клинские меценаты. Компания «Оптимум» и «Бомакс» предоставила 15 домиков для пернатых. Теперь они ждут своих жильцов на территории храма Демьяновской усадьбы. Сегодня еще одна замечательная акция, действительно, акция, связанная с переселением птиц из ветхого жилья в новые скворечники. И мы очень этому рады, поскольку действительно с приходом весны, с таким замечательным настроением появляется какое-то желание сделать доброе дело. К весенней акции могут присоединиться и другие предприятия района, а также школьники и общественники. Для этого достаточно купить или смастерить скворечник. А в отделе экологии вам подскажут, где его лучше повесить. Телефон для справок 287-25.